Приветствую, дорогие зрители, на берегу прекрасного лазурного моря в Ницце. Релаксуемся, посмотрим, когда прилетит самолет. А здесь очень часто и очень близко летают самолеты. Обратите внимание, октябрь месяц, еще купаются. Немножко покажу вам Михельска. Вас приветствует, и я вместе с ней. Релаксуемся, набираемся энергии, чтобы действовать, развиваться дальше. Очень интересно. С удовольствием бы и сама выкупалась. Но не готова. Сегодня не готова. Прекрасная дорожка солнечная. Интересная пергола. И очаровательное магическое море. Вот была в Ниме, теперь в Ницце. И поняла, Ницца, о, это мой город. Не знаю, примет он меня. Вернее, примет ли она, Ницца, меня. Мы ждем самолета. Вот видите, далеко-далеко там уже летит самолет, который идет на посадку. Вот здесь вот мы находимся на променаде, английской променаде. И вот там вот есть аэродром. И вот самолет пошел на посадку. Это далековато летит от променады. Иногда очень близко. Ну и посмотрите, откройте магию, магию вот именно этого зеркальной поверхности моря. Блещутся волны, отражаются цвет от волн. Волны не сильные сегодня, но все равно есть. А чайки летают. Где-то вдали парусник плывет. Настроение еще такое, ну, скажем, не зимнее и не осеннее, а даже летнее. Там люди купаются. Сегодня для себя и для вас, думаю, какое же послание, прежде всего, для себя. И говорю, держись, Людмила. О, там далеко самолет. Держись. Действуй. А самое главное, даже не действуй. Жди. Жди, когда откроется для тебя этот мир, в котором ты сейчас находишься. Ой, а ждать я не умею. Учусь, всю жизнь, и все равно не умею. О, посмотрите, внимание, как здесь
занимаются тоже спортом люди. Бегают, ездят на велосипедах, на открытых машинах, кабриолетах. Селяви. Итак, привет с Ниццы. И ждите на открытие.